Мальчик, которого спасатели вытащили из глубокого колодца в Марокко, куда он упал 2 февраля, скончался. Об этом сообщила канцелярия короля Марокко. Его Величество король Мохаммед позвонил родителям скончавшегося мальчика Раяна, упавшего в колодец, и выразил им соболезнования, отмечается в заявлении канцелярии. По словам короля, он внимательно следил за развитием ситуации и отдал указы имеющим отношение к спасению органам, принять меры по спасению малыша. По данным СМИ, малыш был жив, когда его достали на поверхность. Напомним, что мальчик упал в колодец, ширина которого была всего 25 сантиметров. Спасателям пришлось выкопать еще один параллельный колодцу тоннель в земле, чтобы добраться до ребенка. Операция была осложнена из-за особенностей почвы. Спасатели спустили малышу кислородную маску, воду и еду, а также камеру для наблюдения за его состоянием. За операцией по спасению мальчика наблюдали неравнодушные жители всего мира.